программа «Новый Казахстан». Здравствуйте! Сегодня мы говорим о патриотическом воспитании, и гость нашей студии Кайрат Умбетов, заместитель главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстан по воспитательной и социально-правовой работе. Добро пожаловать к нам в студию. Мы очень рады, что вы пришли к нам сегодня. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 52-24-49 или прислать вопросы на номер WhatsApp +7 37 235 10 34. Итак, еще раз добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Мы рады приветствовать всю информационно-пропагандистскую группу, которая приехала в наш регион. И сегодня мы как раз поговорим о том, с какой целью это мероприятие проводится и какие будут мероприятия в составе, да, вот этого комплекса, который вы представили, и что, ну, что это несет, да, для людей, которые были свидетелями концертов, да, которые проходили и так далее. Ну вот начнем с того, да, с какой целью была создана вот эта информационно-пропагандистская группа, кто в ней состоит и впервые ли вообще вот такое в Национальной гвардии было? Ну начнем с того, что в период с 10 по 21 июля 2023 года по указанию министра внутренних дел генерал-полковника полиции Ахмеджанова Марата Муратовича и решением главнокомандующего Национальной гвардии генерал-лейтенантом Бутаканом Меркин Саидбековичем в Восточно-Казахстанском регионе, это Восточно-Казахстанской области, в Павлодарской области и в области Абай, начала свою работу информационно-пропагандистская группа, то есть республиканский тур информационно-пропагандистской группы Национальной гвардии Республики Казахстан. Вот. Основной целью информационно-пропагандистской группы это является повышение имиджа воинской службы как солдатами срочной службы, так и военнослужащим по контракту, офицерами службы в органах внутренних дел и в рядах Национальной гвардии. Также формирование позитивного имиджа, позитивного отношения к военнослужащим гражданского населения, к выполняемым задачам службы, как и вышло в органах внутренних дел и рядах Национальной гвардии. И одним из немаловажных элементов работы информационно-пропагандистской группы это является посещение детских домов, домов престарелых, посещение мест проживания ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вот. Организации представлением концертной программы населению городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, Курчатов и других городов Восточного региона, личному составу воинских частей и гарнизонов, а также гостям городов и областей концертной программы под названием «Ултық Улан Ултруха», где представляется зрителю фронтовые песни, эстрадные песни, представляются новые композиции самих исполнителей ансамбля Национальной гвардии, танцы представляются и дефиле приемов с оружием личного состава роты почетного караула. Вот это основные задачи, направленные на работу информационно-пропагандистской группы. Но это вообще впервые такое у нас? Нет, это не впервые. Это мероприятие ежегодное, проводится каждый год. И каждый год это мероприятие проводится, связанное к какому-либо событию. В этом году мы работу информационно-пропагандистской группы под названием «Ултық Улан Ултруха» связали с юбилейной датой 25-летием образования нашей столицы, города Астана. Вот это событие является значимым, и поэтому, исходя из этих мероприятий, мы организовали свою работу. Ну а вот, как вы сказали, да, главная цель – это повышение
доверия, имиджа, да, вот, доверие тоже правильно граждан к Национальной гвардии. Но мы же знаем, что Национальная гвардия – это наши защитники, да, это герои, это люди, о которых мы каждый день читаем в социальных сетях, да, в газетах, в журналах, там, в различных печатных изданиях. И практически, ну, чуть ли не каждый день мы видим примеры, когда, ну, вот, допустим, просто идет военнослужащий, да, и видит там какую-то ситуацию, там, спасает тонущих, там, вытаскивает из пожаров людей и так далее. И здесь, в принципе, можно сказать, что ну, имиджу вашему ничто не угрожает, слава богу, да, и мы помним печальные январские события, да, которые стали, ну, скажем, очень важной вехой в истории нашей страны, и все, скажем так, себя на прочность проверили с помощью, ну, к сожалению, да, вот пришлось вот такое нам пережить, но опять же, да, мы помним очень много героических историй, да, про ребят, которые ну, грудью защищали людей. И в целом, когда вот работает информационно-пропагандистская группа, да, вот как вы отбираете ну, программу, да, мероприятия, которые будут в ее составе, то есть мы понимаем, да, что это посвящено патриотизму, может быть, даже, ну, песни, которые будет исполнять ансамбль, тоже какого-то определенного вида. Ну и как реагируют люди, как зрители принимают? Вот, к сожалению, то, что не получилось, наверное, вам участие принять на нашей концертной программе. Вот. Наша съемочная группа была. Я надеюсь, понравилось зрителям, кто посмотрел. Ну вот, начиная с составления сценария, в составе информационно-пропагандистской группы есть и сценаристы, есть и режиссеры, есть сами выступающие, ведущие. То есть я вот выше не сказал, то, что в состав информационно-пропагандистской группы входит, как правило, руководство этого состава, входит в состав ансамбля, ансамбль, который состоит из солистов, из руководителей каждой группы, есть группа мужского хора, есть танцевальные группы, есть видео и аудио сопровождение освещения в средствах массовой информации. То есть это такое, скажем так, серьезное подразделение, которое занимается, начиная с составлением сценария и заканчиванием представлением завершающего этапа простой концертной программой. Конечно же, когда мы проводим мероприятие по посещению, мы приезжаем в гости к ветерану Великой Отечественной войны. Мы, конечно же, мы приезжаем не с пустыми подарками, мы берем благодарность, которую объявляет наш главнокомандующий Национальной гвардии. Мы собираем небольшую корзину продуктов, мы, конечно же, готовим концертную программу. И, конечно же, этому кругу лиц мы посвящаем, как правило, фронтовые песни. Вот. Фронтовые песни, потом песни тех времен, когда они были молодыми, может, вот. Посещая детский дом, композиция, сценарий этой программы уже направлен на детский, на детского зрителя. А то, что проводится вечером, я как выше сказал, это в основном эстрадные. Конечно же, мы не забываем и фронтовые, не забываем мы и ретро. То есть репертуар очень большой, очень большой. Для всех групп населения. Да. А еще немаловажным фактом играет в этом аспекте, скажем, само население тоже. Вот, допустим, здесь я знаю, что очень хорошо любят композиции Шамши Халдаяхова, Абайдан Карасуздера. Вот это все в попуре и в репертуарах преподносится. Конечно же, здесь есть и песни советских времен, песни 80-х, 90-х. Личный состав ансамбля имеет такой очень большой опыт. Вот, очень большой опыт. Я надеюсь, что у вас еще предоставится такая возможность. Если вы это посмотрите сами, вас это удивит. Вот. Уже не забудешь никогда. Вот, да. А вот что касается имиджа, я с вами согласен, что каждый день военнослужащий Национальной гвардии, выполняя свою задачу, вот я хотел бы это немного вам сказать, что Национальная гвардия – это первое формирование, сформированное в годы независимости
уже на заре нашей независимости 10 января 1992 года были сформированы внутренние войска Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Это сегодняшняя Национальная гвардия, которая была сформирована с момента объявления независимости первым формированием. И вот сегодня созданная на первом этапе независимости, скажем так, внутренние войска и Национальная гвардия имеют двойное предназначение. Это военную и правоохранительную функции. Вот, то есть в мирное время Национальная гвардия отвечает за общественную безопасность, а в военное время Национальная гвардия участвует в системе территориальной обороны. Вот. На текущий момент Национальная гвардия выполняет задачи по охране 15 важных государственных стратегических объектов, занимается охраной 40 и более исправительных учреждений и ежедневно на службу по охране общественного порядка в 20 городах нашей республики более 5500 военнослужащих заступают на службу по охране общественного порядка, то есть практическим выполнением патрульно-постовой службы. И как вот вы выше сказали, то что каждый день потерялся ребенок, задержали, допустим, подозреваемого мужчину, преступника. Вот. И каждый день Национальная гвардия вносит в копилку Национальной гвардии вносятся вот такие героические события, где военнослужащие срочной службы, рискуя своим здоровьем, порой даже жизнью, выполняет задачи. Вот это то, что каждый день выполняет, скажем, воин Национальной гвардии. Хотелось бы отметить вот последнее событие, которое было выполнено нашим летным составом. Это летчики нашей авиации Национальной гвардии выполнили задачу по оперативной доставке гуманитарных грузов в Турецкую и Сирийскую Арабскую Республику. Это вот вы знаете, после трагедии, да, последние события, да. Когда трагедия коснулась этих двух республик по землетрясению, была направлена оперативная гуманитарная помощь. Это тоже самолеты, летчики, авиация Национальной гвардии. Из современников у нас тоже очень много примеров. Вы, наверное, наслышаны, смотрели фильм «Шестой пост». Фильм, снятый на реальных событиях, допущенных в 2010 году, 22 июня, когда группа осужденных совершила групповой вооруженный побег, и наш солдат срочной службы, рядовой Тарбаев, применяя свое огнестрельное оружие, предотвратил групповой побег и стал именно тем заслоном при побеге осужденных. В 16 году при вооруженном нападении на территорию на воинскую часть 66-55 в городе Актюбинск, когда террористы, захватив автобус, совершив ограбление оружейного магазина, проникли на территорию воинской части, тоже ряд военнослужащих, к сожалению, у нас были военнослужащие, которых мы потеряли, но такие фамилии, как Сырым Сундетов, майор Майлобаев и другие наши военнослужащие, рискуя своей жизнью и своим здоровьем, совершают такие подвиги. И это наши современники. С момента объявления независимости, как наша республика имела в своем составе Национальную гвардию, в то время еще внутренние войска, вот за этот весь период 248 военнослужащих Национальной гвардии награждены государственными наградами. Это 248 человек с 91 года. К сожалению, из них 27 военнослужащих удостоены государственных наград посмертно. Из 27 человек, 17 человек, тоже вы, наверное, знаете, что в 1995 году на Пшихаварском ущелье на участке таджико-афганской границы рота сводного батальона казахстанского «Казбата» попала под обстрел маджахедов. Вы как раз вот, да, вы заместитель главнокомандующего по воспитательной социально-правовой работе, да, то есть воспитание это, ну вот, основная, получается, да, ваша задача. И когда мы говорим о героизме, да, вот что есть героизм? Это ведь невозможно воспитать, это внутри человека где-то находится. И вот мы сейчас перечисляем, да, огромное количество, ну вот, действительно, ну, это подвиги, да,
это ведь действительно подвиг. Конечно. И невозможно ну, просто заставить сделать человека подвиг. Это изнутри идет. То есть человек готов собой рисковать ради других или нет? Как вы считаете, вот откуда это у человека берется, вот у этих ребят, откуда это было? И, ну, то есть все военнослужащие могут это сделать. Я, наверное, вот так вот ответил бы на этот вопрос. Это, наверное, начало свое берет в семье, правильно? С семьи берет начало. Наверное, это наше общество. Вот, допустим, я как это вижу сам. Конечно же, воспитанием, сам процесс воспитания, он непрерывный, правильно? Мы, как воспитатели сегодня, воспитательная и социально-правовая работа в Национальной гвардии, это вот, мы сейчас вернемся к тому вопросу, откуда это появится. Это целый комплекс мероприятий. Это большой, огромный комплекс мероприятий, выполняемый, скажем так, всеми должностными лицами. Это и все командиры, командиры всех степеней, их заместители. Все должностные лица, которые занимаются воспитанием, направленные на, во-первых, обучение и воспитание личного состава в самих рядах Национальной гвардии. То есть мы получаем, скажем так, призывника, который призвался к нам в армию. Конечно же, у нас не столько много времени, чтобы из этого призывника сделать героя, который может прям пойти и этот, рискуя, скажем так, как выше было сказано, своим здоровьем, своей жизнью, ну, скажем, выполнить задачу. И наша работа направлена на, может быть, на формирование в сознании у людей. Или выявление, да? Да, может, даже выявление. Но сам факт воспитания человека, я понимаю так, что он начинается с семьи. Это наше общество, которое сегодня в Казахстане, это начиная с детского сада, это школа, где сегодня обучаются люди, это вузы. Конечно, есть моменты, где, может быть, проявляется негатив, но в целом, я скажу так, ребята, которые прибывают к нам в Национальную гвардию сегодня, вот сказав то, что в детском саду, в школе и в вузах работа направлена очень хорошо. Ребята сегодня, поступающие в Национальную гвардию, прибывающие, они очень воспитанные, во-первых, они очень умные, они этот, в сравнении, скажем так, если отбросим на лет, ну, какое-то определенное время, в сравнении с тем периодом, сегодняшняя молодежь, она намного, начиная со своего воспитания и патриотизма, намного выше стоит того времени, ребят того времени, скажем. И это о чем говорит? То, что сегодня климат, скажем так, созданный, благоприятный. Он благоприятный. Да. Если в свое время приходилось с ребятами, ну, не секрет, учить тексты гимнов, ребят, эти вопросы не занимается никто. Они свободно ориентируются в таких вопросах, как в современных IT-технологиях. Они очень хорошо владеют уже. Мы, если в старые времена, скажем так, учили солдата, что это автомат, они эти вещи уже знают. Они, прежде чем прийти в какую-либо воинскую часть, как правило, изучают все досье этой воинской части, чем эта часть занимается. То есть он уже приходит подготовленным. Это не та категория людей, которая была раньше. И сегодняшние ребята, сегодняшнее воспитание, которое дается, скажем так, до призывной организациях, она соответствует. И, конечно же, он видит и воспитание своих родителей. И родители сегодня направлены на то, что, кроме того, сегодня созданы очень благоприятные условия для солдат, отслуживших воинскую службу, для поступления в высшие учебные заведения. Подписаны меморандумы под эгидой Министерства обороны с участием Национальной гвардии и других войск и воинских формирований по военнослужащим, отслужившим срочную службу, для направления их на внеконкурсные основы и без сдачи ЕНТ на поступление в высшие учебные заведения, университеты. И вот была презентация этого проекта, где 3000
мест, более 3000 мест было предоставлено всем военнослужащим, отслужившим. Там тоже имеется рейтинг, имеется на каждого солдата с первого дня его прибытия, идет оценка его службы. И когда по всем показателям он выходит на такой рубеж, и лучшие из лучших, 649 человек, мы направили для поступления в вузы. И имея этот сертификат, он сегодня имеет беспрепятственное поступление в любой вуз в течение 2 лет. Кредитные каникулы, вот то, что потом. Потом сейчас рассматривается ряд других вопросов по прибытию, даже по освобождению от налогов на период прохождения службы. То есть ряд вопросов социального пакета сегодня не предусматривается. И я думаю, это тоже является небольшим, скажем, аспектом, то, что может воспитать в патриотическом отношении. Ну вот мы говорим о том, что сейчас очень позитивная картина, да, это мы говорим о солдатах срочной службы. Но все-таки, да, мы же понимаем, что не каждый может, ну скажем, да, быть героем, как вот, ну, о чем мы говорили. И есть люди, которые сознательно идут, вот они хотят стать военными, то есть продолжить карьеру, они всю жизнь к этому готовятся, там, может быть, с самого раннего возраста, и здесь, как вы правильно сказали, действительно очень большую роль играют и школы, и университеты, колледжи и так далее, то есть наши военно-патриотические клубы, да, которые вот знакомят ребят с жизнью военнослужащих уже вот с самых ранних лет. И есть среди военных те, кто уже, ну вот скажем, достиг какого-то этапа, да, своей военной карьеры, да, и люди, ну, которыми хочется гордиться, которые вдохновляют молодых ребят. Вот вчера пришла информация о квалификационных испытаниях военнослужащих спецназа на право ношения крапового берета. Что это такое и как это проходило? Вот, я вам, наверное, скажу так, что краповый берет – это символ спецназа, символ мужества бойца спецназа. И краповый берет, он носится не каждым военнослужащим. В Национальной гвардии есть такой символ, отличительный знак, да, знак мужества, и он не может просто кому-то быть просто так выдан. И вот каждый год в Национальной гвардии существует такая, скажем, программа подготовки, что каждый год в каждом регионе проводятся испытания, квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Что это за испытания? Это опять это целая такая программа, процедура, это комплекс мероприятий, где заявляют бойцы спецназа на участие в этих испытаниях. И вот заявлено было более 100 человек. Более 100 человек было заявлено, и в течение 11 и 12 июля с 6 часов утра с подъема с началом марша, то есть начинается 30-километровый марш, их поднимают по тревоге, они совершают марш, полностью экипированные, вооруженные, преодолевают участки полосы препятствий, выполняют упражнения учебных стрельб со своего закрепленного оружия, выходят на рубеж, совершают ночлег в полевых условиях, то есть и в конце концов выходят на тот рубеж, где завершающим этапом становится рукопашный бой. И вот из более 100 человек, заявленных на это участие, вчера 64 человека было допущено к практической подготовке, к практическому испытанию, то есть остальные не смогли пройти по морально-деловым, по психологическим, по состоянию здоровья, по всяким другим причинам. И вот 64 человека начало эти испытания. И из них вчера получило только 19 человек право на ношение крапового берета. Краповый берет был вчера вручен на учебном центре воинской части 5518 Национальной гвардии, лично министром внутренних дел, который принял участие, посмотрел и сам лично вручил вот этим 12 нашим бойцам спецназа право на ношение крапового берета. Краповый берет, он не только символ, это гордость бойца спецназа, который служит в рядах Национальной гвардии.
кто на голову выше, да, вот своих однополчан. Это да? те ребята, которые выполняют особые задачи. Основной задачей для подразделения спецназа является это борьба с экстремизмом и терроризмом. С участием они принимают активное участие по борьбе с наркобизнесом, по задержанию опасных преступников, и опасных организованных бандитских или, скажем, преступных группировок. И во взаимодействии с органами внутренних дел, во взаимодействии с департаментами Комитета национальной безопасности на местах и другими силовыми ведомствами, личный состав вот спецназа, именно вот они выполняют эти задачи. Вот я хотел бы еще остановиться на таком вопросе, что кроме спецназа у нас существуют еще и другие подразделения. Вот вы выше сказали, да, если вот чтобы стать бойцом спецназа, надо у нас, это не просто так он пришел со стороны, с гражданки, он так не может. То есть это нужно пройти. Это, конечно, это солдат, который поступает на воинскую службу по контракту. Он потом получает какую-либо квалификацию или же специальность. Он обучается этому делу. Он проходит службу, начиная с командира подразделения, с командиров отделения, потом идет начальником группы. То есть он должен пройти те этапы, чтобы стать офицером спецназа. По подготовке других кадров у нас есть свое высшее учебное заведение. В прошлом году нашему вузу, скажем, военному институту Национальной гвардии был присвоен статус академии. И сегодня в составе Национальной гвардии имеется Академия Национальной гвардии, дислоцированная в городе Петропавловск. Это учебное заведение, которое занимается подготовкой квалифицированных специалистов по направлениям с присвоением высшего военного образования по программе бакалавриат с обучением 4 года. Вот. И именно вот в этом вузе, в Петропавловске, у нас готовят, скажем так, офицеров-командиров, офицеров-заместителей и офицеров-специалистов по направлениям. То есть и поступить, наверное, не просто туда, да? Нужно очень подготовку иметь. Конечно, хорошую. Это хорошая физическая подготовка, хорошее состояние здоровья и, конечно же, хорошие результаты по сдаче ЕНТ. Основным аспектом является морально-психологическое состояние. То есть, готовность, конечно, тоже идет отбор. И вот сейчас, в настоящее время, у нас проводится отбор кандидатов для поступления в Академию Национальной гвардии на различные факультеты. Это вот вчерашние школьники, которые сдали ЕНТ, сдают физическую подготовку, проходят все проверки и поступают на учебу. И в течение 4 лет мы обучаем их в стенах нашего военного высшего учебного заведения, и через 4 года с присвоением воинского звания лейтенант мы направляем уже для дальнейшего прохождения службы в наши подразделения и воинские части. Вот. Кроме того, у нас еще имеется в поселке Каракимир Алматинской области учебное соединение наше, где готовятся специалисты. То есть, если там готовятся офицеры с высшим образованием, а в Каракимире мы готовим младших специалистов. Это и командиры отделения, и кинологи, и все специальности, которые направлены на подготовку и поддержание деятельности Национальной гвардии. А бывает, что вот, допустим, приходят мальчишки, и вот все хотят быть спецназовцами? Бывает. Конечно. Какая-нибудь такая специальность, которая вот больше всего привлекает? Это спецназ. Это спецназ. Это и отличительная их черта, это и другая форма одежды, это и другое вооружение. Конечно, каждый мальчишка хочет служить в спецназе, это не секрет. Но и туда попасть не очень просто. Ну, конечно. Туда не так просто попасть. Надо не только сдать испытания и экзамены пройти, а надо иметь и хорошую физическую подготовку, и умственные, и навыки. Это возможность такая, чтобы выдержать нагрузку и на работе, и при задаче. То есть это не очень просто. Но мечтают, конечно же, многие. Мечтают многие, как и солдаты, так и офицеры. Контрактники тоже очень мечтают служить. Отбор очень хороший. Но вот в целом, да, если говорить об условиях, да, в которых ребята находятся, конечно, для, ну, наверное, большинства наших зрителей, да, которые
смотрят нас, они думают о том, ну вот как ребята общаются с родителями, да, с близкими. Mm-hmm. Есть ли сегодня в армии, да, возможность ну, какой-то связи, да, со своими близкими? Потому что, как вы правильно сказали, да, сегодняшнее поколение, если говорить там, допустим, о призывниках, эти ребята другие немножко, mm-hmm. да, у них другой характер, они жили в других, воспитывались условиях, да, чем вот поколения предыдущие, да, которые mm-hmm. там, допустим, 90-х годов, да, и так далее. Эти ребята немного более, ну, они привыкли к таким, скажем, условиям более удобным, комфортным. Более комфортным, скажем, и, да? Да, для многих из них, ну, армия – это очень тяжелое испытание, да, как им сориентироваться, да, и так далее. Есть ли, например, возможность получить, ну, психологическую помощь или позвонить родственникам, да, вот как с этим? Конечно. Ну вот, я бы вот, пользуясь случаем, хотел бы, обращаясь к гражданской молодежи, сказать, не сказать, а заверить хотел, что не надо бояться армии. Армии бояться не надо. Сегодня для прохождения службы, срочной службы, в рядах Национальной гвардии, в других родах и видах вооруженных сил, сегодня командирами всех степеней созданы все условия для прохождения службы. Сегодня, вот если вы посмотрите, мальчики, ребята, которые приходят в армию, через год их даже порой не узнают родители. Они возмужавшие, такие сильные, состоявшиеся уже мужчины. Конечно же, это не просто так, правильно? Это происходит на том этапе, в том процессе. Это работа командиров всех степеней, командиров, их заместителей. Это работа всех общественных объединений, общественных организаций. И у нас в Национальной гвардии активно существуют такие и работают, положительно работают, очень даже, скажем так, хорошую оказывая помощь командирам на местах, такие объединения, как общественные организации, как Комитет солдатских матерей, Советы ветеранов, женсоветы, советы сержантов. Вот, то есть, остановимся на одном из комитетов, комитет солдатских матерей, который сегодня существует в Казахстане и существенно влияет на события, которые происходят, скажем так, в армии. Вот, у нас есть программа, подписанная комитетом солдатских матерей под председательством председателя общественного объединения «Сердца матери» Хайрулиной Лилии Юрьевны, нашим главным командованием Национальной гвардии. Подписана программа работы во всех подразделениях и воинских частях Национальной гвардии, начиная по укреплению воинской дисциплины, заканчивая организацией связи с родителями всех солдат, где предусмотрен тоже, скажем, большой комплекс мероприятий. В этом плане существуют у нас, скажем так, такие даже мероприятия, как видеозвонок своим родителям в каждое воскресенье, в каждую субботу, то есть в свободное время от службы. У нас у каждого заместителя командира, скажем, подразделения или воинской части имеются свои семейные солдатские, скажем так, чаты, где они имеют возможность в любое время обратиться к своему командиру. То есть мама может позвонить своему командиру, сыну своего командира, спросить, как у него дела, где он находится. Конечно же, если он свободный от воинской службы и предоставится возможность поговорить, есть такая возможность пообщаться с мамой. А в воскресные и субботние дни после обеда каждый солдат имеет возможность связаться со своими родителями. Как раньше, они уже письма, к сожалению, не пишут, а имеют возможность организовать связь независимо от какого времени года или суток. Ну вот, кстати, комитет, о цифровых технологиях, да, это же очень помогает. Конечно, в целом. Конечно. Кроме того, организовываются видеозвонки на день рождения солдат, на день рождения родителей. То есть есть такие моменты, когда у нас может построиться взвод или же рота, поздравить маму солдата с днем рождения. Вот. Мама может позвонить солдату, поздравить с днем рождения. А сам комитет солдатских матерей, он оказывает помощь, скажем так,
в общении, или же это такое связующее наше звено между мамой и солдатом. То есть где-то есть вопросы контроля, где-то есть вопросы проведения бесед или же, скажем, разговоров на выявление каких-либо проблем. Проблемы, конечно, везде существуют, вы согласитесь, правильно? Да. Не бывает, что все, как мы сейчас говорим, что все прям очень хорошо. Конечно же, бывает и обращение, бывает и жалобы. Порой бывают такие обращения, где идут недопонимания. Вот я сам даже неоднократно встречавшись с Лилией Юрьевной, тоже выходили на такие моменты, где из-за своевременного, скажем, реагирования и участия комитета солдатских матерей предупреждались какие-то либо последствия. Эти факты были у нас. Потом, если сам комитет находится в городе Павлодар, он республиканского значения, у нас во многих областных центрах и городах, филиалы, где существуют наши воинские части, где дислоцированы части Национальной гвардии, существуют филиалы, и где есть представитель этого комитета солдатских матерей, и ту же работу выполняет с нашими солдатами, сержантами, с нашими психологами и с нашими другими общественными объединениями. То есть связь с обществом и с общественными организациями, объединениями у нас организована тесная. Вот. Ну вот как раз касательно работы психологов, да, вот если мы сравниваем, то, ну, мне кажется, несколько лет назад еще настолько не было распространено, да, вот, ну, скажем, внимание к психологии в целом, да, и к своему ментальному здоровью. Насколько сегодня активно, ну, вот, помощь психолога используют, ну, вообще в армии, и как вы считаете, вообще необходимость есть в психологах, для чего вообще они? Ну, сегодня психолог нужен, сегодня он нужен. Нужен почему? Психолог тоже это, скажем, хирург души, наверное, да, скажем так вот. И когда, как мы выше с вами говорили, когда молодой человек поступает в армию, поступает в новый коллектив, конечно, они тоже не все же одинаковые. Да. Кто-то воспитывался в полной семье, кто-то воспитывался у бабушки, у дедушки. Ну, есть ребята, у кого-то в детстве, может быть, была какая-то перенесена психическая травма. Потом кто-то, может быть, воспитывался в других условиях. И вот наш психолог, наши психологи выполняют именно ту работу, когда проводится этап изучения. Вот прибывших молодых солдат мы должны изучить. И вот именно вот на этом этапе, то есть изучить ту личность, кто есть кто, да, того человека, и, естественно, зафиксировать это и в своих отчетах это все иметь, это является таким вот, скажем, рычагом помощи командиру, чтобы он вот где-то, знал, конечно, кому какой подход, да, кому какой подход, и вот человек, который немножко сильный по своему психологии, он где-то должен быть использован в другом направлении, а есть ребята, которые немножко требует психологического изучения, психологической подготовки, корректировки, наблюдения психологического, мы, конечно же, их немножко наблюдаем за ними. Поэтому я, наверное, сказал так, что психологи сегодня нужны, специалисты-психологи, они сегодня нам необходимы, и их, скажем, работа, услуга, она сегодня является хорошим рычагом поддержки нашим командирам на местах. К сожалению, я вынуждена попрощаться, поскольку у нас эфир подошел к концу. Мы очень рады, что вы пришли к нам сегодня. Спасибо. Спасибо вам большое, спасибо за ту работу, которую вы делаете. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире.